А может, мы тебя завалим? Ты знаешь, что такое безумие? Ты хоть представляешь, что это такое? А я тебе расскажу. Мы ведь никуда не торопимся. Безумием было уезжать из своего маленького северного города в Москву. Москва — это зубастый город. Москве ничего не стоит тебя порвать, сожрать, уничтожить, лишить сна, денег, любви и даже ума. Мы ведь встречались с тобой раньше. Еще до твоей книги. И я тебе ясно дал понять, что к ней приближаться не надо. А ты что? Книжку написал? И что? Ты что, думаешь, тебе море по колено? Ты думаешь, тебе все по... Ты кем себя возомнил? Ты что, писатель? Хемингуэй? Буковский? Или Минаев? Значит, можно трогать чужих женщин. Писателем, значит, можно спать с чужими женами. Ты что, не воспринял меня всерьез в нашу первую встречу? Пошел ты нахуй! Пошел ты нахуй! Я тебе говорил, что такое безумие. Так ты понял, что это такое? Твоя книга — это не ты сам. Нет. Это не ты сам! Понял? Это не ты сам! Не ты! Это просто книга!